Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 140 на странице 61 рабочей тетради по русскому языку для 4 класса автора Канакиной. Прочитайте возвратные глаголы: расчесываться, веселиться, прощаться, хвалиться, волноваться, учиться, здороваться, жмуриться. Запишите данные глагола в форме третьего лица множественного числа настоящего времени так. В первый столбик глагола первого спряжения, во второй глаголы второго спряжения. Расчесываться. Ать. Поэтому это глагол первого спряжения. Расчесываются. Веселиться. Ить – глагол второго спряжения. Веселяться. Прощаться. Ать – глагол первого спряжения. Прощаются. Хвалиться. Ить – второе спряжение. Хвалятся. Волноваться. Ать. Волнуются. Первое спряжение. Учиться. Ить. Второе спряжение. Учатся. Здороваться. Ать. Первое спряжение. Здоро. Ваются. Жмурится. Ить. Второе спряжение. Жму. Ряд. Ся. Составьте, запишите предложение с любым из данных глаголов. Ученики учатся правильно чертить отрезки. Первое слово ученики пишем за главной буквы. Ученики. Учатся чертить отрезки. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.